Я поздравляю всех вас с праздником, с воскресным днем. Сегодня мы с вами слышали евангельский сюжет об исцелении 10 прокаженных, об исцелении их Христом. И, как мы слышали, лишь один из них явился опять же, лично ко Христу, пал к Нему в ноги и славил Бога. Остальные же 9 бродили где-то, видимо, так и не смогли осознать важность произошедшего с ними события, и поэтому не пришли и не воздали славу Богу. Вот это соотношение один против 9 мы, пожалуй, наблюдаем постоянно в мире. Это как некая константа. То есть мы это можем и за собой ежечасно примечать, что и добродетелей у нас крайне недостаточно, зато каких-то наших пороков в нас предостаточно. Добрых дел мы мало творим. Молитву совершаем недостаточно часто, с недостаточно открытым к Богу сердцем и так далее. Но в то же время мы должны понимать, что пусть у нас есть какое-то одно, но серьезное, хорошее такое качество, заложенное Богом в нас, которая может спасти не только нас, но и наших близких, может спасти людей общины, может спасти церковь, может способствовать этому спасению. И каждый человек, который ходит в мире, он и, пожалуй, не подозревает, что в нем самом есть. Правило, без церкви, без Бога это исследование очень сложное, легко уйти не по тому пути и не найти в себе вот этой, скажем так, золотой грани души, которая может работать на Бога, прославлять Его и творить те дела спасения, которые были Христом начаты. Все началось с Него, но тем не менее начатое должно продолжаться, как было сказано, что жатвы много, а делателей мало. Поэтому вот этих делателей, наверное, как раз из 10 только один кто-то будет делатель. Желаю, чтобы мы нашли в себе силы проявили достаточное желание, чтобы найти в себе вот эту одну часть, которая будет работать на Бога, а не на какие-то наши личные потребности. Хотя бы так. Хотя бы вот эту одну часть. И отдавать ее без остатка Богу. Всех еще раз поздравляю с праздником. Отходите ко Христу.